कृपा सिंधु भाई बच्चों पचिता पावने को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे Шрила Прабхупада спросили о том, какое отношение у нас должно быть к духовному учителю, насколько твердой верой мы должны обладать в его лотосные стопы. Ясе Деви Тадха Бхакти, Ядха Деви Тадха Гуру. Такая же твердая вера, как в Господа, должна быть у нас и нашего духовного учителя. Шастре говорится, что если у нас нет такой веры, мы полагаем, что Гурудев обычный человек, простой смертный, то наше изучение священных писаний бесполезно. Подобно заботе о корове, которая не рожает телят и, соответственно, не дает молоко. В чем смысл кормить ее, поить? Это бессмысленно, ведь корова не дает молоко. Подобным образом, если у нас нет веры в духовного учителя, если мы считаем, что это простой смертный человек, то наше изучение священных писаний бессмысленно и бесполезно. В шастрах говорится, что насколько у нас есть целое вритти, настроение служения Бхагавану Всевышнему, еще большее настроение служения у нас должно быть по отношению к духовному учителю. Поэтому Шрила Прабхупада спросили о том, насколько твердой должна быть наша вера в Гуру. То же самое Гурудев повторяет. Шрила Прабхупада ответил, что истинный ученик считает Кришну дорогим спутником, близким спутником Господа и с таким отношением служит Ему. То же самое Гурудев. Гурудев читает на бенгале, потом переводит на хинди. Поэтому то же самое повторяет на хинди. Например, если вы хотите встретиться с Моди, премьер-министром Индии. Это же необычный человек, и так просто это сделать. Но если у вас есть знакомый, который знаком и с Моди, он может взять вас за руку и отвезти к Моди. Подобным образом Гурупад Падма, близкий спутник Господа, его Ниджаджан. Посему без милости Гуру невозможно достичь Господа. Цитата. Истинный ученик относится к Гурупада Падме как к проявлению Господа, не меньше. В шастрах говорится, что Господь, желая пролить милость на дживы, души, принимает форму духовного учителя. Мы поем по утрам «Самсара Дава» на Лали Далока. Первый стих Урваштаки. Вишванатха Чакраварти Такур объяснил, кем является Гурудев. Он приходит, чтобы спасти нас от страданий этого материального мира. Все мы страдаем, кто от тела, кто от ума, кто от семьи. Разные трудности приходят в нашу жизнь. Кем мы являемся? Детьми Господа, Амритасья Путра, детьми Нектара. Господь видит наши тяготы и хочет одарить нас милостью. Ведь если дети несчастливы, то родители неспокойны. Если у детей все хорошо, то родители радостны. А если у родителей все благополучно, но вот у детей дела не ладятся, то родители не будут спокойны.
Так это или нет? Так. Мы дети Господа. Поэтому, видя, что мы страдаем, Господь не может быть спокоен. В шастрах объясняется, что когда джива отворачивается от Господа, забывает его, Господь следует по пятам и просит: «Пожалуйста, хотя бы раз взгляни на меня». Но ты не хочешь посмотреть на меня даже. Как тогда я одарю тебя милостью? Как помогу тебе? Господь всегда следует за нами, желая нам помочь. Вопрос в том, повернемся ли мы к Нему. Милость, крипа Господа принимают мурти, форму духовного учителя, чтобы помочь нам. Поэтому не нужно относиться к гуру с меньшим почтением, чем к духовному учителю. Понимая, что он проявление Господа, нужно служить духовному учителю. Именно так следует совершать духовную практику. Когда мы произносим «Джай Хуани», что мы говорим вначале? «Джай Шри Шри Гуру», затем «Гауранга», потом уже «Гиридхари» и «Радха». Вначале что? «Джай Шри Шри Гуру», «Слава духовному учителю». А когда мы пуджа поклонение совершаем, кому поклоняемся вначале? Также «Гуру». «Предхаманту Гурум Пуджам». Бхагаван говорит, сначала поклоняйся гуру, духовному учителю, а затем и жене. Искренний ученик, так же как к Господу, относится к гуру и почитает его. То есть не меньшее почтение выражает гуру, чем Господу. Если ученик не совершает севу с таким настроением, то он потеряет свое положение. То же самое на другом языке. Если ученик не совершает служение духовному учителю описанным образом, он потеряет свое положение ученика. Гур — это Пракаш Мурти, проявление Господа. Если кто-то не признает этого, то Шудханам, чистое святое имя, никогда не проявится на его устах. То же самое Гурдев объясняет на другом языке. Гурдев Пракаш Мурти — проявление Господа. Господь сам предстает как гуру рядом с нами. Если кто-то думает иначе, считает, что есть разница между гуру и Господом, то есть не признает, что гуру является проявлением Всевышнего, то такой человек никогда не сможет повторять чистое святое имя. То есть понимая, что Гурудев представитель Господа, нужно под его руководством в Анугате совершать служение и следовать его указаниям. Истинный ученик каким настроением должен обладать? Он должен быть простым. В бхакти, в духовной практике, очень важно быть простым. Не так, что перед Гурудевом мы кого-то из себя строим, а на самом деле таковым не являемся. Когда внешне мы изображаем из себя что-то, а внутри у нас совершенно другое. Другое настроение, иные мысли. Нет, так не нужно себя вести. Что бы у нас ни было внутри, именно это Гурудеву можно раскрывать. Не нужно из себя ничего изображать, притворяться. Шрила Бхактисиддханта Нараяна Гасвами Махарадж рассказывал, что он был в начале грехастской семьянином. У него была жена и двое дочерей. Затем он оставил дом и пришел в мандир, в храм. Принял прибежище у духовного учителя, начал совершать баджан, духовную практику, выполнять севу, служение для Такураджи Божеств. Но порой у него была привязанность к Майе. Это он так рассказывал, как бы, чтобы научить нас. Такая лила была явлена для нас, естественно. И поэтому он пришел к своему Гурудеву, Шрила Бхактиприта Никешава Госвами Махараджу, и поделился тем, что я оставил все, оставил супругу, детей, имущество, богатство, все оставил. Пришел сюда, принял прибежище у ваших лотосных стоп, Гурудев, чтобы совершать духовную практику. Но почему же привязанность к материальному, к самсаре возникает в моем сердце? Услышав это, Гурудев Шрила Бхактиприта Кешава Госвами Махарадж был очень доволен. Ведь такие сокровенные тайны не каждый может сказать.
Не так-то просто признаться Гурудеву в своих слабостях. И поскольку я раскрыл, говорит Шрила Нараяна Госвами Махарадж, поскольку я раскрыл Гурудеву свое сердце, он был очень доволен тем, что я поделился тем, что у меня внутри. Он благословил меня, и по его милости мой ум уже был спокоен, никогда он больше не привлекался ничем мирским. Подобным образом нам тоже нужно приходить к Гуру простым, раскрывать ему именно то, что у нас внутри, не изображать того, чего у нас нет. И в его анугате под руководством совершать служение по уранге. Как служить? То же самое на другой язык Гуру так переводит. Нужно служить в анугате под руководством, не сватантрата, не независимо. И наставление Гурудева — это то, чему нужно следовать. Потому что слова Гурудева — это слова самого Господа. Когда мы совершаем духовную практику под руководством Гурудева, то Господь принимает нашу севу. Посему нужно следовать наставлениям духовного учителя, принимать те наставления, которые он нам дает. Не нужно слушать что-либо, что уменьшит нашу веру в духовного учителя и приведет к пренебрежению им. Бывает, что мы пообщаемся с кем-то, и наша вера, преданность духовному учителю уменьшается, потому что мы наслушались не весь чего. И мы начинаем, как результат, пренебрегать духовным учителем. Это не дело. Не слушайте того, что приведет к пренебрежению духовным учителем. Гурудев — это дорогой спутник Господа, поэтому нужно следовать его указаниям. Если для этого нужно быть решительным, отстаивать свою позицию, нужно это делать. Если придется родиться животным или насекомым, нужно это делать. А если мы будем вынуждены навечно отправиться в ад ради Гуру Севы, значит, нужно будет отправиться в ад. То же самое Гурудев переводит с бенгали на хинди. Когда Гурудев дает нам указание совершать служение, что происходит? Бывает, что нужно проявить определенные качества, чтобы это служение выполнить. Для какого-то служения нужно проявить определенную настойчивость, решимость, твердость. Приходится проявлять эти качества. Например, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж представлял интересы Прабхупады, отстаивал их. Однажды мусульмане в Майяпуре, которые обрабатывали землю, принадлежащую Гаудия Мадхе Махапрабху, перестали отдавать половину дохода Гаудия Мадхе, как было уговорено ранее. Они думали, да что эти святые сделают нам, если мы все себе оставим. И они начали потихонечку присваивать то, что должны были отдавать в храм, а это же имущество Господа. И поэтому Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, тогда еще Винода Бихари Брахмачари, когда узнал об этом, что предпринял? Узнав, что мусульмане присваивают имущество мусульман, что они не отдают половину дохода, он взял 2-4 крепких ребят, пастухов, вместе с ними пошел к неплательщикам, взяли одного из них, привязали к дереву и хорошенечко его разукрасили, чтобы проучить. Как ты смеешь не отдавать половину, которая причитается Господу? Они побили его хорошенько, чтобы научить. И он, когда его отпустили, испуганный тем, что ему сказали, как его побили, прибежал к себе в деревню, рассказал всем мусульманам остальным, что произошло, и все страхи сразу же заплатили все то, что не платили ранее. Поэтому вот это пример того, как для севы Гурудева нужно быть решительным. Для чего?
для служения Господу Махапрабху. Бывает, что нужно быть и более смиренным. Мы слышим Тринат Апису Ничана, Тарора Апису Хишнана. Это нужные качества, смирение, терпение, но не со всеми следует их проявлять, только с вайшнавами, а не со всеми. Например, если вы оказались в обществе нечестивцев, негодяев, нужно дать им отпор. Например, если они хулят гуру и вайшнавов, вам что, это слушать надо? И уговаривать себя, ну нужно же быть Тринат Апису Ничана. Нет, не нужно, если не оскорбляет гуру вайшнавов. Хануман что сделал? Сжег Ланку, прилетел туда за Ситой и стольких ракшасов лишил жизни. Даже убить одного человека, одну личность, это грех. А Хануман скольких убил, но сделал это ради чего? Ради служения Господу. Поэтому, если ради служения гуру нужно проявить решимость, настойчивость, нужно это сделать. К примеру, это требуется, чтобы участвовать в шастрартхах, в дебатах по священным писаниям. Там нужно быть решительным, отстаивать философское учение нашей линии, не мягкотелым. То есть, если нужно проявить такие качества, проявляйте их. Если придется родиться животным или насекомым, значит, нужно будет родиться ими. А если придется навсегда попасть в ад, значит, нужно будет пойти туда ради служения духовному учителю. Мы должны быть готовы к этому. Все, что нужно сделать для духовного учителя, мы должны быть готовы сделать. Это можно проиллюстрировать на примере Куреша, ученике Рамануджачарьи. Рамануджачарьи очень широко и успешно проповедовал в разных местах, устанавливая поклонение Господу, проповедуя в разных домах от двери к двери. Один царь, который поклонялся Шанкаре, узнав об этом, опечалился: «Ничего себе, моего Шанкару принижают, устанавливая, что не он Верховный, а Вишну, Рада Кришна». И Рамануджачарья ведь проповедовал очень широко, это сам Лакшман. И этот мусульманин поэтому решил его победить, вызвать на шастрарху, на соревнование в знании священных писаний, чтобы определить, кто же выше, Шанкара или Вишну. Но Куреш, ученик Рамануджачарья, прекрасно понимал, что этот царь нечестивый. Ведь кому мы поклоняемся, те качества и приобретаем. Кто поклоняется Вишну, обретает мягкое сердце, умиротворение, простоту, терпение. А посмотрите на преданных Шанкар, Равана, например, Басмасура. Кому мы поклоняемся, качества этих личностей мы перенимаем. Царь был жестоким, поскольку не поклонялся Вишну. Куреш понимал это прекрасно. Он осознавал, что его Гурудева позвали не ради честного соревнования, а замысливая что-то недоброе. Поэтому он предложил: «Гурудев, пожалуйста, не ходите. Давайте переоденемся. Я надену ваше облачение и от вашего имени пойду на это состязание в знании священных писаний». Там были разные пандиты, ученые мужи. Они соревновались, и никак не удавалось этим пандитам победить Куреша, ученика Рамануджачарьи. Они пытались установить, что Шанкара выше, чем Вишну, но это им не удавалось. Цитата. Царь никак не понимал, никак не хотел принять с точки зрения Куреша, который как бы выступал, выдавая себя за Рамануджачарью. И поскольку царь никак не хотел принимать, что Шанкара занимает подчиненное положение по отношению к Вишну, он велел уже со злости выколоть глаза Курешу, думая, что это Рамануджачарья. И Куреш с выколотыми глазами попрел. Так или иначе, он достиг места, где был его духовный учитель. Его учитель, будучи самим Лакшманом, а не простым смертным, положил ладонь на глаза Куреши, и Куреша вернулось зрение. И это пример того, как нужно быть готовым на все ради служения духовному учителю. Не нужно слушать воззрения разных людей, которые расходятся с наставлениями духовного учителя.
в этом мире есть очень много разных людей с разными теориями. То же самое на другом языке. Люди придумывают себе что-то, и эти теории потом распространяют. Конечно же, Гурудев другой. Гурудев, истинный духовный учитель, это великая личность, по милости которого все подлинное знание может проявиться в нашем сердце. Даже одна пылинка со стоп духовного учителя может одарить милостью миллионы и миллионы людей. Стопы Гурудева с чем сравниваются? С лотосом. Мы говорим, пылинка на стопах Гурудева. А на цветочке что есть? Есть пыльца. Параг. Пыльца. И вот даже одна такая пылинка на стопах Гурудева, то есть одна частичка пыльцы на лотосе его лотосных, на лотосе его стоп, может одарить милостью, одарить благом миллионы живых существ, настолько несравненная слава духовного учителя, что даже одна пылинка, то же самое Гурудев повторяет, что даже одна пылинка может одарить благом многих-многих душ. Нет таких пандитов, нет таких ученых-мужей, имеется в виду ученые-мужи-материалисты, которые могли бы сравниться с одной такой пылинкой со стоп духовного учителя. Такая вера, твердая ништха должна быть в лотосной стопе духовного учителя. То же самое Гурудев переводит с бенгали на хинди. Нет таких ученых мужей, таких знающих, пандитов, которые могли бы сравниться с одной пылинкой с лотосных стоп нашего духовного учителя. Именно такая твердая вера должна быть у нас в Гурудева, что никакие там материальные пандиты не сравнятся с ним. Истинный ученик обладает такой твердой верой в своего духовного учителя. То же самое на хинди. Именно благодаря такому отношению наша бхакти будет постепенно усиливаться. А если мы пренебрегаем гуру, оскорбляем его, то постепенно наша бхакти не то что увеличиваться не будет, оно начнет снижаться. Поэтому развивайте твердую веру в лотосные стопы духовного учителя. Thank you.